Прощание с пожарными прошло сегодня в Москве. Более 15 тысяч человек, коллеги, родные, близкие, друзья и просто неравнодушные люди пришли проводить в последний путь героев. Ценой собственной жизни 8 пожарных предотвратили катастрофу, не допустив взрыва газового оборудования 22 сентября на складе пластиковых изделий в Москве. МЧС России окажет семьям погибших помощь.